На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 27 спортивных федераций и 4 клуба. В секциях различной направленности занимаются саровчане от мала до велика. Многие из них регулярно принимают участие в выездных соревнованиях и чемпионатах. Несомненно, успехи в спорте невозможны без развития инфраструктуры. Разговоры о строительстве ФОКа ходят в городе уже давно. Раньше мы исходили из того, что областной бюджет выделит нам софинансирование в соотношении 1:3 или 1:4, и мы, соответственно, заложим деньги в нашем бюджете, мы их заложили даже, да, для того, чтобы это сделать. Но сегодня вот в рамках смены руководства области немножко меняется у них парадигма. И мы попадаем в то, что наш ФОК из первоочередных объектов, значит, уже уходит. В то время как в соседнем Арзамасе уже есть 2 ФОКа, а также по одному в Семенове, Шатках, Дзержинске, Балахне и других городах области. По словам тренеров, строительство ФОКа в Сарове решит множество проблем. На существующих спортивных площадках время тренировок расписано по минутам. Залы уже просто не вмещают всех желающих заниматься спортом. Доходит даже до срыва тренировочных процессов. Параллельно мы работаем еще и по линии МЧП и пытаемся заинтересовать частного инвестора. Надежда есть в ближайшие обещанные 3 года получить ФОК? Ну, вы знаете, мы вообще в этом году должны все вопросы для себя решить. 3 года ждать уже бесполезно, проект устареет, и нам придется опять заново все делать. А это неэффективное использование бюджетных средств, и пошло-поехало. В общем. У участников совета возникли вопросы, на каких условиях будет использоваться спортивный объект, если его построят по линии муниципально-частного партнерства, и насколько в этом случае ФОК будет доступен для горожан. По МЧП там все очень просто. Этот ФОК строится частным инвестором за свои деньги. Он его отдает муниципалитету, и в данном случае это муниципальное... Бесплатно будут проводиться соревнования? Это муниципальное учреждение. Вот ровно так, как вы работаете, так это и будет происходить. Просто бюджет города должен будет возвращать частному инвестору средства с учетом его маржи. Там 20 года, 3 года, 4 года. Судьба ФОКа в Сарове до сих пор не ясна, но очевидным остается одно. Для популяризации спорта и достижения высоких результатов новый физкультурный комплекс нашему городу просто необходим. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.